Я ушел в тонкий мир с головой. Я ушел в тонкий мир с головой. Так, обращаюсь к Джордан Принцу. Ваше высочество, вы можете не верить в энергию Ци. У вас есть канал. Снимите видео и докажите всем нам, мистикам, что энергии Ци не существует. Соберите все доказательства. Докажите нам это. Это же вам, ваше высочество, требуется доказательство. Мне, например, не нужно доказывать. Я верю в энергию Ци. Я использую энергию Ци. Я каждый день делаю цигун, какой считаю нужным. И мне не нужны доказательства. И другим я не хочу доказывать, что энергия Ци существует. Это выбор, свобода каждого человека. Хотите – верьте, хотите – не верьте. Но если вы, ваше высочество, так воинственно настроены против людей, которые верят в энергию Ци, пользуются энергией Ци, и вам, может быть, это спать не дает по ночам, может, вас это изнутри тревожит, пожалуйста, но не надо бегать за людьми, не надо бегать и пытаться им насильно вбить в голову ваше высочество заблуждение. И еще я хочу сказать, ваше высочество, вот вы принц, а я король обезьян. А король обезьян, он по статусу немного выше принца, поэтому, скорее всего, надо прислушаться к королю обезьян. Я так считаю, правильно? Спасибо за внимание. До новых встреч!